Да, я, здравствуйте. Егорова. Егорова Олега. Нет, здесь, в райцентре, в первой средней. Уже закончено, послезавтра суд. В школе уже исключили. Кто приедет? Маева? А Дима? Да почему? Пусть Маева, мне что? Да, разберемся. До свидания. Да? Да, я. Да, беру в неочередной. Нет, ненадолго. Ну, в столовую перекушу. Ну, вынеси на холод. Да не пропадут твои котлеты. Ну, хорошо, хорошо. Пусть наши котлеты. Ну, говорю же, на полчаса не больше. Ну, все, все, все. Угу. Чего ты там ищешь? Заявление принес? А? Какое заявление? Об освобождении тебя от обязанностей члена бюро. Вообще-то, давно собираюсь. Какой из меня комсомолец? Да и времени, сам знаешь. Ну, вот поди в ту комнату, там один уже пишет, вы с ним споетесь. С кем это? С Маратом. Что это он? Выпрягся? Выпрягся. Пришел, раскричался. Это неправильно, то неправильно. Никто о спорте думать не хочет. Каждый только о себе думать хочет. Ох уж эти мне праведники. Его, конечно, ты выслушал невозмутимо, а на меня решил кобеля спустить. Гнев секретарский сорвать. Паша, мол, все сносит. А что на тебя молиться? Член бюро в райкоме нос не кажешь. Я уж хотел тебе вопрос ставить. Да? Да, я. Коля! Откуда ты звонишь? Давно тебя не видел, Павел Петрович. Работа, Марат, работа. Хлебушка сеем, коровок доим, обстраиваемся помаленьку. А ты что, уходить наладился? А не хочу я здесь работать, Павел Петрович. Все кричат, спорт надо, а помогать спорту никто не хочет. Ты заявление принес, вот клади сюда, а митингов нам тут не устраивай. Говорить, мы все насобачились, работать вот только некому. А как работать? Валера, базы нет, инвентаря хорошего нет, и нигде ничего не добьешься. Все только о себе думают, а о спорте думать никто не хочет. Ты председатель ДСО, и больше тебе об этом никто думать не будет. Неправильно меня понимаешь, Валера. Я свои обязанности знаю, мне пацаны покоя не дают. Я им коробку залить не могу. Зима началась, им тренироваться надо? Ну все, вернемся к этому на следующем бюро. Почему на следующем, а сегодня? Сегодня у нас один вопрос, и дай бог, чтобы кворум собрался. А, значит так, один вопрос можно, а другой нельзя, да? Ну ладно, ладно, в 6 на бюро, а там посмотрим. Чего ты не можешь эту коробку залить? А как я ее залью, Павел Петрович? Водопровода на стадионе нет, водовозки нет, я же в ведре буду воду носить. В комхозе есть водовозка, на маслозаводе тоже. Да знает он все. На маслозаводе поломалось. В прошлом году всегда давали. А комхоз не дает, говорят, по объектам воду возят. По объектам. Эх, Валера, разве это правильно? Я из комхоза домой пошел печку топить, жена мерзнет, холодно ей. Мимо райкомовского дома шел, увидел водовозку, рабочих с лопатами каток заливали. Ихним пацанам каток заливали. Нет, ну разве это правильно? Ох, Марат, Марат, детская ты душа. Ты что, только вчера на свет народился? Разве это правильно? Перестань, Паша. Не люблю я этого тона. Какого? Да вот этого, деляческого. Я, Кустов, тоже много кое-чего не любил, деляческого. А ты вот сядь на мое место, повертись. У меня лимиты когда кончились? Еще в прошлом году, так? Ну и что, прикажешь замораживать стройку? Ни черта. Еду в город, посижу с кем надо в ресторане, а потом за мной прораб и получает то, что нужно. И краску, и шифер, и половой брус. Мне что, директора комхоза тоже мне в ресторан везти? А ты попробуй. Попробуй. Даю гарантию, водовозка у тебя всегда будет под руками. Вот это неправильно. Ну, заладил, правильно, неправильно. Тогда бивай порою начальство. Ну, перестань, что ты здесь проповедуешь, директор совхоза? А что, я плохой хозяин? Хороший, хороший, только смотри. Хозяйчиком станешь. Ну ладно. Ладно. Пойду я. Уеду я отсюда.
Я тоже пошел в райисполком наведаюсь. Во сколько, ты говоришь, бюро? 6. Так, домой мне надо к 7. У меня сейчас собрание на втором отделении. Позвони, отмени. Может, ты и успеешь, но лучше перенеси. А какой вопрос? Персональное дело Егорова. Знаешь такого? Ну, знаю. А что такая спешка? Потому что суд послезавтра. А бюро, если ты еще не забыл, у нас по четвергам. Так что, выходит, дело серьезное? Да. Это ЧП. В обкоме знают. Маева приедет шорох наводить. Я уже здесь, Куст. Тебе, надеюсь, можно? Еще бы нельзя. А вы уж тут про меня гадости говорите. Да нет, только начали. И опять у нас инструктором. Да, Дима экзамен сдает в ППШ, меня послали. Ну, Паш, дай на тебя поглядеть. Хороший директор, молодой, красивый. Ну, как тебе удалось вместо конторы Дом культуры-то построить? Ты его лучше спроси, как он собирается школу выстроить, комбинатор. Паша, комбинатор. Ты что, Кустова не знаешь? У него от начитанности очередной перегиб. Ладно, мне в райисполком, а то там все разбегутся. На бюро буду. Ну, садись, Кустов, поговорим. Ты сиди с дороги, а я постою. Может, вырасту. Куда тебе? Хотя бы в твоих глазах. Ну что ж, попробуй. Бюро состоится? Состоится. Куда оно денется? Парень предупрежден, явится. Явится, не удавится. Странно ты разговариваешь. Ну, потому что ты задаешь такие вопросы. Какие? Сугубо ординарные. Мы все же не будем отвлекаться. В школе собрание было? Да. Исключили? Да. Протокол собрания есть? Да. Можно взглянуть? Они у Гали принести? Да. Леночка приехала. Здравствуй, когда ехала? Обыкновенным поездом. На бюро ты будешь докладывать? Я не знаю, я думала, Кустов, может быть. Ну, мать, ты школьный отдел, тебе и докладываю. В общем, да. Хотя ведь я больше пионерами. Это ты зря. Ну, я полностью в курсе. Еще бы. Спасибо. Кустов, вы не решили, кто будет докладывать? Сейчас решим. Галя будет докладывать, а Саша дополнит, что надо. Колчин? Да. Он что, сам и ведет это дело? Он сам. Ну что ж, все правильно. Валера, у тебя есть время? А что? Есть кандидатура на заворга. Кто? Девушка? Молодая женщина. Была инспектором в народном суде, я ее очень хорошо знаю. Нет, не пойдет. Тебе не нравятся молодые женщины? Мне нужен парень. Но это же не принципиальный подход к делу. А я как раз принципиально хочу, чтобы заворгом был парень. Кустов, а тебе не кажется, что ты попираешь основы равноправия женщин? Тут еще надо разобраться, кто кого попирает. В аппарате райком на сегодняшний день 4 человека, из них 3 женщин. Я не хочу, чтобы его было 4. Мне сейчас нужен парень, желательно холостой, молодой, чтобы он ездил по совхозам, а не протирал здесь штаны. Я буду отдавать ему все командировочные, он будет получать больше всех, больше меня. Лишь бы ездил и жил там с ребятами по 3-4 дня. Помогал бы совхозным секретарям. Что ж, в данном случае ты, пожалуй, прав. Вот, в комсомольской организации тоже одни девчонки. Что это в самом деле? Феминизация комсомольской организации.
Ты сегодня много шутишь? Это не к добру. Да, я сам только что об этом подумал. Значит, Валя замужем и уже в декрете. Кого бояться? Бояться действительно некого. Да вот ты-то как же? Без второго и без заворга, считай, на год. А ты? Что я? Не замужем? Нет. А что, это минус? Или снова хочешь сделать мне предложение? Так давай. Я девка в годах, выбирать не приходится. Спасибо. Но больше одной жены мне иметь не полагается, и даже вредно для репутации. Ты сегодня обедала? А что? А, так время есть, ты пообедай, я с Галей уточню кое-что. Вчера в общежитии был за линией, ну, танцы там у них. Приехал на мотоцикле, заглушил, вхожу, дым коромыслом, визжат, прыгают. Ну, я музыку выключил, они свист подняли, ну, кое-как успокоились. Что ж, говорю, вы делаете-то? От вас же покоя никому нет. Молчат, улыбочки только. В общем, говорю, не успокойтесь, приеду снарядом, разгоню. И вышел. Подхожу к мотоциклу, все покрышки изрезаны. Ну, я назад. Кто, говорю, гадость сделал? Молчат. Улыбочки только. Ну, взял себя в руки, думаю, все равно же не скажут. Повернулся уходить. А мимо уха вдруг что-то пронеслось и в дверь. Вот такой вот кусок арматуры. И тут я себя не помню. Пистолет выхватил, в голове замутило. Как не перестрелял их там всех, не знаю. В общем, от беды ухожу. У меня жена, ребенок. А если бы я вчера... Это жутко подумать. А это снова может случиться. Это в любой день может случиться, потому что я их ненавижу. Я рассудок теряю, когда вижу их поганые наглые рожи. Вот мы говорим, воспитывать их надо. Не родились же они такими. А я думаю, родились. Ну, как рождаются уроды. И будь моя воля, я бы их отлавливал, как диких зверей, помещал в специальные резервации, пусть они там... Работу нашел? Найду. В совхоз поеду. Здесь мне все равно жизни не будет. Жена боится дочку на улицу выпускать. Ну, уж этого слишком. Да эти все могут. Над девушкой надругаются, старуху унизят, инвалида изобьют. Ни перед чем голову не склонят. Только перед силой. Вот перед силой они как шелковые. В нашем районе? А, нет. На Алтае. Теща там. Жена давно зовет. Ну, так ты так прямо и напиши, что в связи с переменой места жительства, ну, в общем, и так далее. Прямо здесь перепиши, вот возьми бумагу и ручку. Не торопишься ты с Егоровым? А что? Скорый уж, больно суд. Ну, что им в КПЗ сидеть? Да, им только хлеб едят. Пускай едут в колонию, работают. Кстати, Егорова ты мог бы отпустить до суда. Я ему предлагал подписку. Он отказался, говорит,
Я в себе не уверен. Ну, не уверен, так сиди. Как думаешь, отпустят? Не знаю. Хитрый. Никогда ничего не скажешь. Кажется, я сегодня пообедаю. Ох, извини. Я за Егоровым поеду. Но только ты это... Я ж тебя знаю, как повернешь, так и будет. Я тебе откровенно. Ладно, ладно, не опаздывай на бюро. Здорово, секретарь. Не ждал? Здорово, не ждал. А я приехал. Позвонили из конторы, сказали заседание бюро. Внеочередное, я и приехал. Что, просто так, на бюро? Ну да. И у тебя нет никаких заявлений, претензий ко мне или к какому-нибудь районному руководителю? Есть одна. К тебе. На Зайцев обещал приехать, а не приехал. Приеду. Ну как ты добрался-то? К вам же дороги нет. Ну как? На аэросаночках с ветерком. Вчера только обкатал, а сегодня решил рискнуть. Саня новый смастерил. Мотор с Юпитера снял, перебрал. По ровному на 100 километров 100 выжимаю запросто. Вот в субботу за тобой прилечу, попластаемся, зайчиков погоняем. Да и то правда, я уж тут прокис совсем. Давай, давай, Кустов, а то вам в журналах пишут, что скоро такие деревни, как наша Антоновка, будут штук по 10 собирать и в один многоэтажный дом свозить. Да думаю, что это будет не скоро. А вместо вашего райцентра поставят свечку в 100 этажей и дирижабль сверху. Нет, болтовня, конечно, а мне не нравится. Может, я это, ретроград, что ли? Да какой ты там ретроград, Володь? Ты обыкновенный кулак, живешь в дому, 6 комнатах, москвич во дворе, мотоцикл, а Росаня вот соорудил. И тебя не шевели. Ну ладно, ты только не обижайся, я просто так. На наш с тобой век еще Антоновых хватит. Ну вот и я думаю. Ты жениться-то будешь? Чего молчишь? А этот тут при чем? Ну что, просто так спросил. Вообще-то думаю. Потом мать все уши прожужжала. Ну что, жену в родной дом приведешь? Ну, конечно, не в Примаки же идти. Ну, а если не захочет, захочет отдельно жить. Ну, значит, отделюсь, построюсь. Ну, а вдруг скажешь, что вот подруга Манька в городе живет, в многоэтажном доме со всеми удобствами, с ванной, с газом, с водопроводом и т.д. и т.д. Выходит, пока не получим по квартире с теплым сортиром, не будет нам счастья, так что? Выходит, что так. И куда же нам, бедным крестьянам, податься? Как там, ребят, скучают? Да как сказать? Маленько есть. Нет, охота, конечно, рыбалка. Учебу вот затеяли. В школе все заочно учимся. Клуб-то работает? Работает. Лида за ним смотрит. С нами что-то пытается сделать. Ну, как бы это сказать? Стимула у нас нет. Какого стимула? Девушек нет хороших. Те, которые есть, так либо перестарки, либо сопляки. Пока Лида была не замужем, все как-то перед ней. А теперь что ж? Антоновка не Париж. Как девка замуж выскочила, считай, она тебе без интереса. Да? Володька, негодник, забрался в свою Антоновку, глаз не кажет. Ну, думаю, доберусь я до него. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Ну что ж, вот тебе и стимул. Какой стимул? Это мы так. А? А ну вас. Ты поди женился? Нет? Нет. Нет? Нет. Смотри, смотри, а то я своего демагога брошу. Да не брось. Да брошу, клянусь. Ох, вывел он меня сегодня. Ой, зашла к нему, чтобы на обед вместе. Mm-hmm. А у него начальник какой-то из управления. Ну, а мой, значит, ему и говорит. Недавно провели, говорит, большую читательскую конференцию. А я, мол, да какая там конференция? Народ, 3 коллеги, 2 выступающих, да и те штатные. Ох, он завелся. Ты, говорит, мне, дескать, всю отчетность портишь. Здравствуй, Зина. Здравствуй. Слышь, твой голос, думаю, не иначе Пахомова секретаря распекает. Нет, я здесь ни при чем. Ладно, Кустов, не трусь. Как женился, так начальство зауважал. Прямо страх. Ну, я бы не сказала. Ты вот этого товарища узнаешь? Ну, так. Смотри-ка, он теперь ведь у нас первый комбайнер в районе. Орденоносец, представляешь? Поздравляю, Володь. Спасибо. До сих пор не женатый.
Да ты хоть бы женился, черт. Все ведь душу мне изводишь прям. А ты чего к нам? А, послали. Дима экзамены сдает. Ну, меня и послали. Говорит, знаешь всех, поезжай. А, ну правильно. А вот Кустов об этом, по-моему, другого мнения. Ну что? Паша идет, Колчин подъехал с виновником торжества. Будем начинать. А кворума нет. Будет. Оставили меня без обеда. Знала бы моя жена. Ох, она бы этого не пережила. Привет, Зина. О-о-о. Здравствуй, Паш. Здравствуй. Здорово, Володя. Здравствуй, Паш. Собирается Верховный суд. Ой, Бориса Ивановича нет. Опять, наверное, за сывороткой поехал. Какой сывороткой? Зачем она? А он теперь каждый день после работы за сывороткой ездит. У него свинья дома просила. Я его тут встретила недавно, говорю, Борис Иванович, ну как это неудобно, ну ты же секретарь все-таки бывший. Он говорит, чего особенного? Да у него жена зверь, за жар птицей может послать и пойдет. Хватит, хватит вам. Где там Галя, Колчин, Зина, позови. Галя, Колчин, идемте. Ну что вы? Марат, тебе что, особое приглашение? Что, Бориса Ивановича ждать не будем? Нет, не будем. Ну, давай. Так. А кто докладчик? Галя. О, ребят, ну давай побыстрее сидим. А что, из школы никого нет, ни секретаря? Она больна. Яна Васильевна здорово. Хотела пригласить. Здорово. Кустов говорит, не надо, разберемся сами. С тобой же. Ну что ж, где же? Здравствуйте. Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте. Здорово. Садись, садись, Борис. Я не опоздал? Да нет, ты же занят. Товарищи члены бюро, у нас здесь присутствует 7 человек. Марат 8 сейчас прибежит. Один из членов бюро призван военкоматом на предподготовку, другой уехал в командировку за новыми тракторами, и третий в декрете. Третий я. Двое не смогли приехать. Один по уважительной причине, другой пока что неизвестно. Ну что, будем начинать? Да. Возражений нет? Да нет, начинай. Итак, на повестке дня у нас сегодня 2 вопроса. Персональное дело комсомольца Егорова и разбор заявлений членов бюро от Хазеплова и Колчина. Каких заявлений? О чем? Саш. Зин, веди, пожалуйста, протокол. Да, веду уже. Галя, начинай. Парня надо пригласить. Не за дверью же держать? Я думаю, не надо. Обсудим сначала, потом пригласи. Саш, ты там... Скрою, пригласи. Здорово, Марат. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат. Извините, я... Здрасте. Здравствуй. Марат, здесь я сижу. Садись, Марат, садись. Галя, начинай, пожалуйста. А ты возьми стул, садись. Комсомольский билет с собой. А зачем он вам? Вы ведь меня еще не исключили? Хочу посмотреть, платишь ли комсомольские взносы. Пожалуйста, посмотрите. Ну что ж, пусть пока полежит здесь. Товарищи члены бюро, в нашей районной комсомольской организации произошел возмутительный случай. Ученик 10 класса, комсомолец, с бандой хулиганов Дудкиным, Карповым, Черепановым во главе с известным малюгой ограбил своих же товарищей комсомольцев. Подкараулил их поодиночке и, угрожая кулаками своих же дружков, потребовал деньги по 5-7 рублей, с каждого утверждая, будто они у него заняли и не отдают. Таким образом, он отнял у них около 20 рублей, которые потом пропил вместе с дружками.
А когда ребята, оправившись от первого страха, решили пойти в милицию, то он испугался и неизвестно каким образом, может быть, также награбил, хотел вернуть им эти деньги. Но ребята на сделку не пошли. Принесли эти деньги в милицию и все рассказали. Прости, Галь, ты как-то странно говоришь. Он, они, они. Он это, видимо, вот, Егоров. Ограбил Иванова, Петрова, Сидорова. Понятнее говори и конкретнее. Спасибо, Павел Петрович. Но это, наверное, от того, что мне трудно. Мы детей, молодежь воспитываем на этом имени. Им Егор выносит одна из улиц нашего райцентра. И мне больно говорить об этом. А ему не больно позорить. Его дед жизнь отдал. Да не троньте вы моего деда. Он здесь ни при чем. Это уж нам позволь решать. Да вы его ногти не стоите. Как? Как он сказал? Мы его ногти не стоим. Я сказал, вы с большой буквы. Да ты... Да как ты смеешь? Где ты находишься? Да как ты себя ведешь? Нет, я так не могу. Успокойся, успокойся, Галь. А ты помолчи. Мы тебе дадим еще возможность высказаться. А мне надоело. Мне надоело слушать одно и то же. У тебя дед красный партизан, у тебя мать заслуженная учительница, а их нету. Нету их, понимаете? Деда кулаки убили, мать умерла, они за меня не отвечают. Я сам за себя отвечаю. Я уже юридически ответственное лицо. Меня он судить будет, а вы меня все воспитываете. Вы собрались меня исключать? Ну так исключайте, не делайте вы из этого спектакля. Замолчим! Цопля! Оскорблять не имеете права, Павел Петрович. Имею! Я имею! Никто другой здесь не имеет права, а я имею! Потому что я тебя, сопляка, бесчетное количество раз приводил домой с разбитым носом! Потому что мы с твоим отцом сутки из трактора не вылезали, с угробами сили, пока не нашли тебя, уже окоченевшего на снегу. Когда тебя, дурака, угораздило пойти в бор на ночь глядя и там заблудиться. Исключать его собрались. Не исключать, а разобраться? А уже разбирались. Это без нас. А теперь мы будем. Если надо, выгоним тебя с треском. Не посмотрим ни на деда, ни на мать. А сейчас сиди и молчи. В тряпочку. Пока не спросят. А ты тоже хороша. У нас кто-нибудь ведет бюро? Я веду, я веду. Пожалуйста, продолжай, Галя. Хорошо, я продолжу. Я еще хочу сказать, что Егоров и раньше нарушал дисциплину. Грубил учителям, директору, с ним работали, пытались воздействовать коллективом, обсуждали его поведение на комсомольских собраниях и даже ставили вопрос об исключении его из школы. Но пожалели из-за матери, она тогда у него болела. А зачем ты опять? Черт знает. Я заканчиваю. Вчера состоялось комсомольское собрание. Все комсомольцы, учащиеся, единодушно осудили гнусные поступки Егорова и вынесли решение исключить его из рядов ЛКСМ, как опозорившего честь и высокое звание комсомольца. Все? Да, у меня все. Ну и что ты предлагаешь? Ну как, разве не понятно? Я предлагаю утвердить решение комсомольского собрания. Так, пожалуйста, вопросы. Секретарь Голин. А кто же проводил собрание в школе? Анна Васильевна. Да нет, собрание проводила я. Анна Васильевна активно участвовала в собрании, это верно. А разве это плохо? А с каких пор директору школы возбраняется присутствовать на комсомольских собраниях? Что ты взвелась? Я же ничего не сказала, еще только спросила. Ну а что ты хочешь сказать? Да не так здесь что-то. Не так. Запугали его. Впутали в это дело и запугали. Его запугаешь. Что так не может быть, да? Подождите, подожди. Давайте дадим слово самому Егорову. Олег, может, тебя правда запугали? Чем-то угрожают?
Почему-то вы думаете, что меня легко запугать? Все может быть. Мне что-то непонятно позиции Пахомовой. Зина, ты что, хорошо знаешь Егорова? Егорова я не очень хорошо знаю. Но я очень хорошо знаю Анну Васильевну. Анна Васильевна не потрудится вникнуть. Ну, знаешь, ты не сработалась с директором так сколько угодно бывает. Товарищи, что же такое? Кустов, Лена, мы обсуждаем директора школы в присутствии ее ученика. Я боюсь, что он уже не будет ее учеником. Да это не имеет значения. Егорову нужно побыть за дверью. На школьном вечере 6 ноября у вас была драка. Анна Васильевна, тогда не разобравшись, объявила тебя зачинщиком. Как потом выяснилось, ты подрался с бывшим учеником вашей школы Карповым, который пришел и в пьяном виде приставал там к одной девчонке. Это не тот Карпов, который сидит вместе с тобой в КПЗ? Они не сидят вместе. Я понимаю, я не об этом. Ну, тот или не тот? Чего ты мнешься? Это ж легко проверить. Тот. Значит, и Малюга там был. Да все, наверное, они там были. Дудкин, Елен, Черепанов. Малюги и Дудкина не было. Был Елен и Черепанов. Чем же ты потом купил их расположение? Угодничеством? Это Малюга предложил тебе стребовать несуществующие долги с твоих товарищей? Вы его переоцениваете. Он такое не способен придумать. Ну, допустим. А ты зачем это сделал? Деньги нужны были. На выпивку? Да. Кому? Всем. Я ведь тоже пил с ними. Я их впутал в это дело. Я один должен за все отвечать. А почему вы мне не верите? А если вы не будете мне верить, я откажусь от своих показаний. А чем он тогда докажет, что я отнимал не свои деньги? У меня все занимали, хоть у кого спросите. Ладно. Выйди пока в коридор. А если я убегу? Я ведь подписку не давал. Олег. Шучу, Павел Петрович. Куда я убегу? Мне уже тюрьма дом родной. Не верите? Вон спросите у Александра Степановича. Он меня отпускал до суда. Я отказался. Да. А я не верю. Не верю, не могу в это поверить. Вот все во мне так и говорит, что-то тут не то. А вот что, я не знаю. У меня сейчас пацаны из его школы были, хоккеисты. Так они говорят, что многие вообще не голосовали на собрании, то есть ни за, ни против, ни воздержавшиеся. Они думают, что Егоров все это нарочно подстроил, чтобы в колонию попасть. Да что за глупости? Подожди, Лена. А почему они так думают, Марат? Да я не знаю, они что-то говорили, но у них никогда не поймешь. Да я обычно и не слушаю, не лезу к ним в разговор. Ну да, тебя не лишь бы клюшкой махали. Ребячьи фантазии. Саш, можно привезти сюда Малюгу? Ну, вообще-то можно. Зачем он тебе? Ну, вот хочу посмотреть на него. Я думаю, всем будет любопытно взглянуть на этого человека. И все-таки, как говорят, наш идейный враг. Колчин говорит. Около тебя там свободного никого нет? А Бобков там? Дай-ка мне его. Серег, это я, Колчин. Слушай, ты на колесах? Привези мне Малюгу в райком комсомола минут на 5. Ну, надо мне, надо. Сейчас привезет. Ну, что ты затеял, Кустов? Следствие закончено, материалы переданы в суд. А мы сейчас учиним разбирательство. Мы же не суд, Кустов. Простите, а я здесь для чего торчу? У меня собрание на отделении, я позвонил, отменил. А мне теперь говорят, надо парня срочно выгнать из комсомола. Я говорю, пожалуйста.
и поднимаю руку... Погоди, погоди, Паша, остынь. Суд, мы, конечно, суд. Комсомольский суд. Но дело тут не в том. За всем этим что-то стоит, что-то такое, в чем Олег или не хочет, или боится признаться. А парень он непростой. Грубит учителям, а учится на 4,5. Как тут гады докладывала, стоял однажды вопрос об исключении его из школы, но педсовет не проголосовал, потому что учитель тоже был неправ, кричал на Егорова за то, что тот разбил какую-то склянку с дефицитным реактивом, а Егоров обозвал его фельдфебелем и ушел с урока. Дома у него сейчас неладно, с отцом, с мачехой. Может, парень правда хочет в колонию? Счет взяли его, ребят? Зачем тогда надо было отдавать деньги? Ведь он продал дорогой транзистор и вернул этим троим все до копейки. А откуда у него этот транзистор? И, между прочим, не только транзистор. У него и магнитофон, и фотоаппарат, и самые дорогие авторучки. Все в школе удивляются? Точнее, удивлялись. Мать болела. Знала, что умрет, но и дарила всякие вещи. Ну да, кто-то теперь поверит. Обратил я на это внимание. Все вещи действительно были куплены матерью. Одно непонятно, чего он позарился на эти, впрочем, совсем ведь пустяковые для него деньги. А зачем нам его признание? У нас что, фактов не хватает? Почему? Фактов достаточно, но вот товарищи сомневаются. Сомнений, как говорится, к делу не пришьешь. А дело, как нам известно, подсудное. Кстати, что ему светит? По 145-й, как несовершеннолетнему, года 2-3 колонии. Ну вот. А мы с ним возимся, потом будем исключать заочно, когда он уже за решеткой окажется. Простите, товарищи. Мне тоже не совсем понятно, каких признаний нам еще не хватает. Он же во всем признался. Речь идет о причинах. Зине и Павлу, видите ли, не ясны причины, мотивы, так сказать. А тебе они ясны? Да я думаю, он таким способом хотел утвердить себя в школе и на улице. Вы же видели, как он держится. Вот так вот везде, на допросах, на собраниях и вообще со всеми. В том числе с этим бендюжником Малюгой. Я уж не говорю об этой мелкоте, как Дудкин, Карпов, Черепанов. Этим деньги нужны были на выпивку. А Егоров купил их на очень умный ход. Будто его одноклассники, Котов, Маслов и Сорокин, задолжали ему по 5-10 рублей и не отдают. Сговорились и нагло отпираются, мол, никогда не брали. Попробуй пойди, потом докажи. Может, в самом деле назанимали, отдавать жалко. Так что у Егорова расчет был. Да, ну ты разобрался. Он же признался. Ну, а если бы не признался, что было бы со следствием? Ну, ничего, следствие длилось бы дольше, только и всего. Потому что факт преступления налицо. Нет, он сначала отпирался, он говорил, что я ни у кого ничего не брал, никому ничего не отдавал. Ну а потом, когда я взялся за всю эту компанию, они же все на него повалили. Мол, хотели помочь парнишке получить долги. А он их вот впутал в это преступление. Так что знает кошка, чье мясо съела. Ты извини, Саша, но я вот смотрю на тебя, у меня с некоторых пор такое ощущение, что ты вообще на людей смотришь, как на потенциальных преступников. Я не знал, что у преступников есть такие защитники. Именно здесь. Обиделся, да? Ну, а ты попробуй посмотреть на это дело иначе. Парень до 14 лет жил беззаботно, учился в школе, мать не директором. Кончил 8 классов, ближайшая десятилетка в райцентре. Приехал, а там и порядки, другие отношения. А тут мать заболела. Операция другая, похороны. Через месяц отец другую привел, чужую женщину. Отца, конечно, можно понять, живет в деревне, дом, хозяйство, двое детей, кроме Олега. Олег, он, конечно, за мать обиделся. Тем более та знала, что умрет, но и хотела подарить в конце жизни сыну больше нежности, что ли. Это как вот говорит Борис Иванович, к делу, конечно, не пришьешь, но если тебе 16, вдруг такое... А тут еще шпана какая-то. В школе неладно. Весь мир как в разбитом зеркале. Тут же не только что в колонию, в колодец может потянуть. Ну хорошо. Допустим, ты меня убедил. Но я посмотрю на все на это по-другому. Но ведь факт преступления от этого не перестанет быть фактом. Малюгу привезли, я пойду встречу. Сразу сюда? Да.
Ну иди, иди. Вы скажите ему, чтобы он орал поменьше, а то дарется, кто-нибудь черепушку проломит. Это я так просто, а то ведь скажете, что угрожаю. А зачем привели сюда этого бандита? Кто это бандит? Я, между прочим, тоже комсомольцем был, у меня и билет где-то валяется. Тебя как зовут? Валера. Значит, мы тёзки. Угу. Вот бери, тёзка, стул, садись. Да ничего, я насиделся. Посадили ни за что и держат. Говорят, советский закон самый справедливый. Вот и Егоров нам то же самое говорит, что он только один виноват. Но, честно говоря, большинство из нас этому не верит. Если уж быть до конца честным, есть предположение, что он говорит не свои слова. Что-то вы его запугали, ты и твои товарищи. И что-то вы навязали ему роль, которую он играет во всем этом деле. Ты меня понимаешь? Понимаю. Хотите нас засадить, а его вытащить? А мы же шпана, хулиганы. Малюга полтора года в зоне коптил, туда и дорога. Самое странное, Валер, что Егоров этого не хочет. Мы его выгораживаем, а он не хочет. Вы его били? Кого? Егорова. Ну, так не сильно. Сявка его пару раз стукнул, череп раз. А я только столкнул с крыльца, спросить у него. Еще до школьного вечера? Да. Нет, ну так, через неделю после вечера, до мировой. Они пришли к нам в клуб, а Сявка был еще зол на них. За тот случай в школе. А Сявка это кто? Карпов, что ли? Да. И девчонку били? Какую девчонку? Ну, Егоров-то с кем был? С девчонкой, из-за которой они с Карповым подрались на вечере. Ну, ты же сейчас сам сказал. Они пришли в кино, а Сява еще злой был на них. Да нет, он пришел с этими, с Котовым, Масловым и Сорокиным. Они тоже выгоняли его из клуба, но они его не трогали. А Егоров подошел и говорит, что вы с ним церемонитесь? Начал его выталкивать. Но мы этих тоже трогать не стали, могла драка большая выйти. А Егорова вызвали. Ну, я же сказал, били не сильно. Ну, вы спросите у него, он же здесь в коридоре стоит. Спросим. И вот все-таки, как же вы подружились? Я извинился перед ним. Прощение попросил. А вот этому тезке я не верю. Какой тебе был резон извиняться? Ты лапшу-то нам на уши не вешай. Я-то тебя знаю. Да он убить меня хотел. Ага. А ты испугался. Да он с обрезом пришел. Пришел, обрез вытащил и говорит, сейчас ты извинишься передо мной, позовешь свою толпу. Скажешь, что мы теперь друзья. Пусть где-нибудь тронут только. Я засмеялся, говорю, врешь, не убьешь, за это вышка бывает. А он говорит, убью. Я несовершеннолетний. У меня мать заслуженная учительница. Дед красный партизан. А ты шпана, сидел полтора года в тюрьме. Дадут за тебя лет 5 условно. Скажу, хотел попугать, убил случайно. И стал считать до 3. Я смотрю на него и чувствую, убьет. Думал рвануть за угол, ноги задеревенели, во рту пересохло. Думаю, сейчас бац и все. Какой ужас. Ну, извинился я перед ним. Думаю, потом наверстаю. А он и тут меня предупредил. Говорит, если кто-нибудь меня пальцем тронет, я тебя искать буду. Где найду, там и убью. Честное слово дал. Саш, позови Олега.
Олег, мы тут кое-что выяснили без тебя. Про то, как били тебя в Зареченском клубе, как ты потом пришел с обрезом, напугал до смерти Малюгу. Правда это или нет? Тянули тебя за язык. Я же все взял на себя. Ну да ты взял, а мне новое дело шьют за шантаж. А ты уже и струсил. Не, ну ты точно псих! Ты ж там не был! Щей густых не хлебал, я похлебал, хватит. Не зря хаять не стану, там порядок. Чистота тебе может понравиться, а мне здесь лучше. Олег, ты в самом деле убил бы его? Чего ты молчишь? Олег? Да убил бы. Не, я так не смог бы. Ну там, в драке, там навернуть чем-нибудь до смерти. А ведь это псих. Он сказал, убью и убьет. Ты свободен, Валера, иди. Ага, свободен. Иди, иди. Где взял обрез? Сам сделал? Да, из старого ружья. Ружье где взял? На чердаке валялось. Дома. А где сейчас этот обрез? Ну, отец нашел и в озеро выбросил. Он у тебя давно? Нет. Для него сделал. Слово себе дал. Если не попросит прощения, убью. Или я дрянь последняя, а не человек. Кошмар какой-то. Убийство, обрезы, ну прямо дикость какая-то. Заохало? Обрезы, убийства? Да вы ни черта про них не знаете и знать не хотите, воспитатели. А кто воспитатель? Ты? Я следователь, мое дело искать преступника. Да какой ты следователь? Ты околотошный, ты похватал, посадил в кутузку, а нет, чтобы разобраться толком. Перестаньте. Оказывается, Котов, Маслов и Сорокин были с тобой в Зареченском клубе. Да. Они видели, как тебя били? Они видели, как меня вызывали. И никто из них с тобой не вышел? Нет. И за это ты решил им отплатить? Нет. Я только хотел, чтобы они побывали в моей шкуре. Я хотел, чтобы они поняли, как это подло делать вид, будто не понимаешь. Зачем вызывает тебя какой-нибудь череп или труба? Вот такая морда стоит в дверях и скалится. Я мог бы не выходить. Они бы все равно меня там не тронули в зрительном зале. Потом бы как-нибудь смылся. Но они подумали бы, что я струсил. Мне даже страшно не было, ну, когда там шел за черепом. И потом, когда били. И били-то как-то не больно. Лениво, только противно. А еще противнее потом, когда в школе Сорокин пиджачком прикинулся и спрашивает, куда это ты пропал? Так, пожалуйста, вопросы. Да все понятно. Что тебе понятно? Надо заканчивать. А то, что три товарища однажды струсили, не вступились за четвертого, он за это их наказал. Может быть, не совсем красиво. Я бы лично стал бы связываться со шпаной. Набил бы им всем мордой по очереди и все. По какому праву? По такому. На фронте, кстати, за такие дела под суд отдавали. А в особых случаях расстреливали на месте. За что? За трусость. За трусость, Паша, нельзя наказать. Человек может быть наказан за нарушение клятвы, закона, присяги. И никем попало. Иначе уже самосуд. Кустов, не играй в слова. Скажи, Олег, Котов, Маслов и Сорокин были твоими друзьями? Нет, одноклассники. Так почему ж ты решил, что они должны были выйти с тобой, когда тебя вызывали? Ну, если бы их кого-нибудь вызывали, я бы пошел. Я бы. Ты должен был знать, с кем ты идешь в Зареченский клуб. А если уж ошибся, обознался, то сделать определенные выводы и только. Не знаю. Мы не друзья, может, мы и не обязаны. Ну... Мы же из одного класса. Да и мы в комсомол вместе вступали. Мы же не просто так, но случайно оказались на одной скамейке в клубе. Вот это я и хотел от тебя услышать. Думал, что не услышу. Значит, подло поступили твои товарищи, не по-комсомольски, а как ты с ними поступил. Ну, кто ты теперь? Бандит! И к тому же, без пяти минут, убийца! Ну, знаешь, Кустов.
таких ситуациях мы все потенциально убийцы. Так уж и все. Да, и ты в том числе, и я. Вот года 3 тому назад меня сильно помолотили в городе. Между прочим, чуть не убили. Подошли двое. Попросили закурить. Но я им дал по сигарете. Они всю пачку потребовали. Я им говорю, во. Но они кинулись на меня. Налетели еще откуда-то, сбили с ног. И вот я лежал на асфальте, закрывал лицо от ботинок и думал, полжизни отдал бы за какой-нибудь паршивенький автомат, расстрелял бы их всех на месте, посмотрел бы, как они корчатся на грязном асфальте, а потом бы сам умер счастливым. Вот как иногда бывает. Паша, ну это же другое дело. Это минутный порыв низких чувств. Но человек-то тем и отличается от животного, что должен их подавлять. Иди ты, Зина, если хочешь знать, это был порыв и высоких чувств, и низких одновременно. Не надо все упрощать. Ну, отцы завелись. Все очень интересно, мы просто уходим от главного вопроса. Мы не уходим, мы его углубляем. А. Они вам тут напридумывали, а вы углубляете. Кто? Что напридумывали? Нас нарочно запутывают, а мы туда же усложняем. Гнусные поступки, понимаете, обставляем благородными намерениями. Между тем, вот этот вот благородный разбойник на собрании наследствия говорил одно, у нас на бюро другое, а завтра на суду скажет третье. Олег, объясни нам, пожалуйста, почему все, что мы сейчас слышали от Малюги и от тебя, почему ж ты сам-то этого не сказал на следствии? Или еще лучше, на комсомольском собрании? Не хотел. Почему? Ну, не все равно, что... Ты давай уж все выкладывай. Сказал А, говори Б. Я хотел, чтобы меня отправили в колонию. Колония – это тюрьма для малолетних преступников. Я знаю, я бы там закончил школу и получил бы специальность. Ну, а здесь что? А здесь Анна Васильевна. Ну и что? Она ненавидит меня и придирается по любому пустяку. Чепуха какая. Да как не стыдно. Ну как можно такое говорить? Об отце-то, конечно, не подумал. А что ему? Он мачеху привел. Пускай и живет с ним. Да какая она тебе мачеха? Какая она тебе мачеха? Ты же сам взрослый мужик. Да не хочу я больше ни о чем говорить. Делайте что-нибудь. И отпустите вы меня. Пожалуйста, предложение. Я настаиваю на своем прежнем. Егорову не место в комсомоле. Да, надо исключать. Убытку большого не будет. Убытки, считаешь, Борис Иванович? Как будто речь идет о поросятах. Ну, Устав, не беру у тебя не знаю что. Было предложение утвердить решение школьного комсомольского собрания. Нет других предложений? Так мне и надо. Сам рекомендовал. Вырастил кадры. Ты о чем там, Борис Иванович? Не тебе, Паш, не тебе. Не лезь в бутылку. Нет других предложений? Я против исключения. Объявить ему выговор строгий, с предупреждением. Ну. А чего так робко, Зина? Строгий, с предупреждением. А ты как считаешь? А ничего ему не надо. Ему и так урок будет. Ну, Павел Петрович, так тоже знаешь, нельзя. Так а что? Что, решили? Решили вопрос? Выгнать? Исключить? И посадить? Погоди. Он сам себе давно исключил. Так что вопрос по существу должен стоять иначе. Принять или не принять его снова в комсомол. Но для этого важно знать желание самого Егорова. Я не знаю. Я, наверное, действительно себя исключил. Но меня избили. Не заступились, струсили.
в общем, наверное, не хотели заступаться. Ну что с того, что мы комсомольцы? Ведь нас в школе человек 300 старшеклассников, и все как один комсомольцы. А тех пятеро, ну 10 человек найдут. И они нас не боятся, а мы их боимся. Я вон Сяву, пьяного со школьного вечера, вытолкал. Он к Малюге жаловаться, Малюга в обиду не даст. А мне к кому идти? К девчонкам с бантиками, которые заседают у нас в комитете. Ладно, я понял, что поступал там неправильно. Ну, как надо было правильно поступить? Я и сейчас не знаю. Да и вы, наверное, не знаете. Ко мне надо было идти прежде всего. А что бы вы им сделали? Схлопотал бы что-нибудь за хулиганство. Да ну, посмеялись бы только. Мол, из-за девчонки подрались, а он уже в милицию бежит, жалуется. Хорошо, будем считать тебя сторонником конкретной борьбы со злом. Допустим, ты поступил верно, смело, заставил Малюгу извиниться. Самолюбие твое было удовлетворено. Но значит ли это, что после он никого бы не тронул? Ведь нет, не значит. Выходит, зло-то осталось, его ничуть не убавилось. А если бы ты пришел к нему, он, по крайней мере, изолировал бы его на какой-нибудь срок. Теперь о твоих одноклассниках. Ну что они испытывали, когда ты таким оригинальным способом доказал им низость их нетоварищеского поступка? Ведь ничего, кроме страха перед побоями и сожаления, что тогда тебе мало всыпали. А если бы ты выступил на собрании в классе, они бы надолго, может быть, на всю жизнь запомнили бы это собрание. Потому что трусость ведь нигде и никогда не была в почете. Ну, а что касается вашей, да не только вашей комсомольской организации, ты прав. И вина за это лежит на всех нас, в том числе и на мне. Значит, вы обязан меня исключить, да? Чего ты тянешь, Кустов? Ставь на голосование. Голосуем. Первое предложение. Кто за то, чтобы утвердить решение школьного комсомольского собрания, то есть исключить Егорова Олега из рядов ВЛКСМ? Лена, опусти руку, ты не член нашего бюро. Ну, Кустов! Так, двое за. Кто против? Так, четверо против. Воздержавшиеся. Один. А ты не голосуешь, Марат? А я... Это... Вот же мое заявление на столе. Ну, от обязанности члена бюро тебя освободить только пленум. Ну, а я не знаю, за кого голосовать. Он поступил неправильно, то есть половина правильно, половина неправильно. Но мужчина должен защищать свою честь, но зачем деньги отнимать? Значит, воздерживаешься. Ну, да, воздерживаюсь. Мне в данном случае совсем непонятна позиция Колчина. Мне она тоже непонятна, поэтому и воздерживаюсь. Голосуем второе предложение. Кто за то, чтобы отменить решение школьного комсомольского собрания, то есть оставить Егорова в комсомоле, но объявить ему строгий выговор с предупреждением? Присоединяюсь. Свое предложение снимаю. Четверо за. Кто против? Так, и двое против. Я не могу. Я не могу здесь работать и находиться. Я не могу здесь работать и находиться. И двое воздержались. Тебе объявляется строгий выговор с предупреждением. Я могу идти? Да, можешь идти.
Ты на Пионерской живешь? У бабки Полючихи? Да. Жди меня там. Домой вместе поедем. Мне надо в КПЗ возвращаться. Отпустишь его со мной? Ну, никуда он не сбежит. Я его домой отвезу. Да пусть едет. Ну, жди меня там. Что, я могу идти? Да-да, можешь идти. Ну, отцы, намудрили вы тут. А тебе, Кустов, я не завидую. Да, обком нас не поймет, отменит это решение. Бог не выдаст, Борис Иванович. Да не бог его будет судить, а нарсуд. Да иди ты, заладил, суд, нарсуд, тоже мне пугало выдумал. Объясни ты ему, что обвиняемый, это еще не виновный, и суд наш, советский. Он прав, Борис Иванович. Статья до 7 лет, но суд учтет все обстоятельства, в том числе и решение бюро. Могут дать условно, а то и на поруки. А за обрез? А покушение на убийство? Изготовление оружия, в том числе обрезов, до 2 лет. Ну или исправительной работы до года, или штраф до 100 рублей. Ну, отца могут ошарфовать. А угроза убийством, статья 207, до 6 месяцев лишения свободы или работами до года. Ну или применение мер общественного порицания. Тоже вряд ли, что порицание разве. Подожди, подожди, что же это за законы такие? Тебя не спросили, когда писали. Мне угрожают смертью и за это общественные порицания? Ну, угроза не убийство. Ну, хватит вам, потом разберетесь. Продолжаем бюро. Слушай, дай это курить. Не-не-не, надо заканчивать, надо заканчивать. Кусов, я позвоню. Хитрый черт. Жена рожает, Володя. В бюро райкома поступило 2 заявления. Доработался Кустов. Все бюро разогнал. В бюро райкома поступило 3 заявления. Разбираем в порядке поступления. Первое от Хазеплова Марата. Ты сиди, сиди, Марат. Вот не хочет больше работать в нашем районе, уехать хочет. Но, как вы знаете, без нашего решения с ним в райисполкоме и разговаривать не станут. Так что, пожалуйста, ваше предложение. Да ты что? Маратик, да ты же самый красивый мужчина в районе. Да погоди, Зин, вопрос серьезный. Что это ты, Марат? Холодно здесь. Жена мерзнет. Я целый день печку топлю. Все равно холодно. Нет, я в Сибири вырос. Она на Кавказе, ей холодно. Да брось темнить, Марат. А почему темнить? Мне печку топить некуда. Все кричат, спорт давай, спорт давай. А помогать спорту никто не хочет. Разве это правильно? Инвентаря хорошего нет, базы нет, и нигде ничего не добьешься. Все только о себе думают. А о спорте думать никто не хочет. Ну что? У меня коробка. Увели. Куда? Люди рожают. Родильня, что? Да. Сказали, сюда позвонят. Ну что там, Паш? Ничего, ничего, слушай его на Марат. Мне говорят, нет водовозки, по объектам воду возит, по объектам. Эх, разве ладно, ты правильно? Ладно, Марат. Еще говорят, решай вопросы сам, не ходи по начальству. Можешь? Никуда ты не уедешь, не отпустим мы тебя. Ну я сам возьму. Ты... Ну что тебе, с нами плохо, мы тебя обижаем? Да не в этом же дело, Валера. Ну а что ж ты, трах-бах, сразу вот взял, уеду, уеду, брошу пацанов, товарищей по работе. У тебя знаешь таких случаев сколько будет? Знаешь, все сразу и бросать? Вот возьми свое заявление. Ну а что я пацанам скажу? Они меня спросят. А пацанам скажут, чтобы взяли лопаты и снег бы повыбрасывали из коробки. Ну так водовозки все равно нет. А водовозку? Водовозку он Паше даст. У него их много. Летом они работают, а зимой стоят без дела. Верно, Паш? Вал Петрович, а может, правда, так просто? В наше время просто и чихнуть нельзя. У тебя деньги на счету есть? Есть. Ну ладно, пусть поработают. А денежки перечислишь на мой счет, все сполна. А? Спасибо, Павел. Ну, только не делай из меня доброго волшебника. Мне это просто выгодно. Лишняя копейка со стороны. Спасибо Кустову. Надоумил? Да, а насчет твоей истории с этим катком, они уже полрайона знают. При мне над директором комхоза в райисполкоме смеялись. Его попросили проезд к дому расчистить. А он... В порыве верноподданнических чувств решил там еще и каток устроить. Так что, Марат, ты знаешь что? В дальнейшем не бери в голову. И когда понадобится эта водовозка, обращайся ко мне. А в комхоз не ходи, не унижайся ты перед этим лакеем. И давай, Марат, без этих фокусов. Шарахаться в крайность это вот Егорову простительно. Да-да. Да, Валера, это правильно. Второе заявление от Колчина Александра Степановича. Вот с такой же просьбой. Хочет уехать в Алтайский край к теще. Ну, Саша, мы все очень хорошо знаем. У меня с ним был на эту тему подробный разговор, и он меня убедил.
Наверное, мы не будем возражать. Пусть едет к теще, если не может без нее жить. А кто будет на его месте? Есть такой человек? Будем искать, найдем. А там куда, в город? Теща-то где живет? В деревне, там совхоз. А работу кем будешь? Специальность-то есть подходящая? Права у меня шоферские, второй класс. Но меня в этом вопросе несколько настораживает кустовский лаконизм. Нельзя ли членам бюро узнать хоть какие-то детали вашего подробного разговора? А ты часом не трусишь? Чего? Ну, он пугал же тебя, этот малюга. Там еще череп есть, сява какой-то. Да нет. Вы, конечно, можете подумать, не боюсь я их. Я плевать хотел на их угрозы. Я другого боюсь. Я вчера вот так вот стоял перед ними. Это просто чудо, что никто из них не шевельнулся. Слова резкого не сказал. Вот мы говорим про Егорова, он человека убить мог. А я бы там ни одного положил. Как вспомню, душа холодеет. Ну ладно, Саш, это бывает. Я хоть тебя не очень люблю, но ты не дури. Работай. Да ненавижу я их. Не переваривай. Ну на здоровье. Целовать ты их не обязан. Товарищи, прошу понять меня правильно. Саша хороший парень, он честный, прямой. Он везде будет работать на совесть. Но здесь, на этом месте, может наломать дров. И он это сам понимает. Не нравится человек, так бы и сказал. Зачем лицемерить-то? Ты бзик-то свой поумерь. Настрочила заявление, сиди и молчи. До тебя очередь дойдет. А я знаю! А я знаю, что Кустов не любит Колчина. Колчин настроен решительно против хулиганов. А Кустов им сочувствует. Вот дура, ей-богу. По заявлению Колчина, у кого что? Ну что молчите, не мели что ли? Ладно, пусть едет. А то, правда, устроит нам здесь Варфоломеевскую ночь. Возражения какие-нибудь есть? Борис Иванович, Лена. Я не член вашего бюро. Ну что ж, Саша, увольняйся. Я позвоню начальству, помогу. И третье заявление от Гали. Прошу освободить меня от должности заведующей школьным отделом в связи с переездом на другое место жительства за пределы района. Великое переселение. Я давно собиралась. Но работу держала, а теперь ни дня не хочу оставаться. Хватит. Ни за что. Ну что, что ты мямлишь-то? Ну что ты мямлишь? Все же давно знают, что дело не в переезде твоем. Выискали формулировочку универсальную. Ты, мать, за формулировку-то не прячься? Или по существу говори, или забирай заявление. Тоже моду взяли. Чуть что, по-тихому в отставку. Ну а что в этом плохого? Если она сама поняла, что давно уже работает не творчески, шаблонно, по старым 10-20-летней давности разработкам, от которых у нее в кабинете шкафы трещат, а у школьников головы. Почему бы ее не подать в отставку? А нам ее не принять. Ну и злой ты, Паша. Я со злыми злой, а с добрыми добрый. Я не красное солнышко, чтобы всех одинаково греть. И добрых, и злых. Бюро, я полагаю, окончено. Довели человека до истерики, философы. Ничего. Проплачется, лишний раз кое-куда не сходит. Ой, острячка. Объявлений никаких не будет? Нет. Прощевайте. До свидания, Борис Иванович. Павел, ты на Алекса нет? Извини. Зиночка, поди успокой. Да ну, я первый помоги. Ну, ладно, ладно. Дай спичку. Ну что, мы как решили?
Алло. Лена, извини, это, наверное, меня. Извини, пожалуйста. Алло. Сейчас. Кустов. Кустов, тебя. Да? Да, я. Ага. Да, уже заканчиваю. Да сейчас приеду. Ну, сейчас приеду, ну что? Ну, все, все, все. Еду. Что? Да. Паш, тебя. Алло. Да, я просил. Сколько? 4700? А как она себя чувствует? А завтра? Завтра-то можно приехать? Завтра. Ага. Спасибо. Спасибо. Четыре семьсот. Вот это да. Кого родила? Девку, парня? Ну, девку, конечно, девку. 4700? Парня. Мать и ребенок. Чувствую себя хорошо. А, наша берет. Эх ты, жена ненавистная. Вы только вдумайтесь, у нас уже сыновья. Вы только вдумайтесь. Мы тут сидим, спорим, а он там рождается. Паша, поздравляю! Ой, да я тебя еще раз целую. Вот это настоящий мужчина. А я своему говорю, давай, говорю, сына закажем. А он мне, да успеем. Володь, ты не слушай, ты еще маленький. Да. Все. И погоди, Паш, не суетись. Сейчас поедем ко мне, а то моя половина там с ума сошла. Я не могу, да? Вы меня извините. Лена, я не могу, Лена, потому что у меня поезд. Лена, ну что ты обижаешь? Я тоже не могу. Мне ничего. Ночью ехать. На пень наскочу. Ну, ничего, ну, ничего. Ты не будешь. Посидишь так. Все равно ночь на дворе. Ладно, все, не сопротивляться. А то я вас знаю. Муж ждет, жена ждет. Все. Да, конечно. Едем в магазин и к Кустову. Понял? Все. Паш, погоди. Значит, давай, вы приезжайте в магазин, а то время уже, а я здесь все закрою. Ладно, мы, значит, в магазин, к тебе, и машина возвращается сюда. Понял? Да, за понял? Мной. Все. Ну, все. Все. Ну, что смотришь? Давно не видел. А как приехала, сразу меня в шоры. Сейчас только и посмотреть. Возьмешь тебя в шоры как раз. Ну, как поживаешь ты без нас? Хорошие у тебя секретари не обижают? Всяко бывает. Когда я их обижаю, когда они меня. Уходить не думаешь с этой работы? С чего ты взял? А замуж не собираешься? Никто не берет. Ну, я брал, не пошла. Кто ж так берет? Год смотрел на меня, как фильм, потом бах, выходи за него замуж. Я секретарь, ты мой инструктор. Я просто не знал, как ухаживают за инструкторами обкома. Ну и как ты? Счастлив? Почти. Маленько что-то не хватает. Чуть-чуть. А ты? А я не знаю. Да и не думаю даже об этом. Мы живем для счастья других. А почему такая ирония? А нужно ли это другим? Может, им лучше, чтобы мы тоже были счастливы? Какой-то дурацкий разговор. Я что, похожа на несчастную? Не знаю. Но у меня такое ощущение, что ты не на своем месте. Может, устала или надоело тебе все? Ну, знаешь. Ты как-то механически выполняешь свою работу. Раньше этого не чувствовался, а сейчас заметно. Вот, приехала с установкой исключить. Ведь самое обидное, что никто тебе такую установку не давал. Тебя послали помочь, разобраться. Меня никто не посылал. Я сама напросилась.
А ты, значит, на своем месте? Я другое дело. У меня профессия, институт кончаю. Это хорошо. Это пригодится тебе на тот случай, когда обкому надоедят твои фокусы. Напрасно улыбаешься, Кустов. В обкоме к тебе сложные отношения. Ну, было бы плохо, если было наоборот. Ну и потом, все, что ты мне обком, обком. Во-первых, я обкому не служу, я ему подчиняюсь. Ну, а потом, ты считаешь, что обком поддержит тебя, а я считаю, что меня. Кто из нас прав? Посмотрим. Посмотрим. Но согласись, Кустов, что сегодня ты пошел у Павла на поводу. Жаль, что мы не понимаем друг друга. Хотя люди часто друг друга не понимают, к этому со временем привыкаешь, и все-таки жаль. Ты извини, Кустов, но я обо всем доложу. Надеюсь, ты не будешь ссылаться на членов бюро. Ты меня с кем-то путаешь, Лен. Дело тут не во мне. Со мной уже ничего не случится. Я в крайности не ударюсь. Ну, нельзя нам. Нельзя терять Егоровых, пойми. Ведь если им не помочь, не понять их, то лучшее, что в них есть, может обернуться против нас. Вот ведь сколько разных людей, учителей, писателей, киноартистов, воспитывают в них такие черты характера, такие качества, которыми часто сами-то не обладают. И получается, что эти 15-16-летние Егоровы приходят к нам, скажем, уже взрослым, кое-что познавшим людям из другого мира, который лучше, чище нашего. И, к сожалению, беззащитнее. Из того самого мира, ради которого, в общем-то, все мы и хлопочем. И не будь у нас в него веры, так, в общем-то, и жить бы, наверное, не стоило. Впрочем, зачем я тебе все это говорю? Делай, как знаешь, а будет, по-моему. То есть, по-нашему, как мы решили. Вот именно по-твоему, не оговаривайся. А знаешь, я поняла тебя, Кустов. Ты во всем гнешь свою линию. Марата оставил, Колчина освободил. Вот с Галей промашку дал, а случай был подходящий. Что ж, последовательности не хватило? Галя теперь уйдет, найдет себе место и уйдет. С кем работать станешь? Зину возьмем. У ней получится. Ей предлагали, она отказалась. А зачем предлагать? Утвердим ее и будет работать. Значит, я не ошиблась. Да, ты не ошиблась. Я во всем гну свою линию. Немного ты берешь на себя? Ну, такая у меня обязанность. Много брать на себя. Да? А, это ты. Да, задерживаюсь, так получается. И много их у тебя? А больше нет? Ну, да я серьезно, я не шучу. Сейчас к тебе придет целая компания проголодавшихся активистов. Ну да, к нам. Сын у Паши родился. Вот тебе да и ну. Они уж должны быть, наверное, шампанское ищут. Это, наверное, они. Пойди, открывай. Вот видишь, в жизни всегда есть место подвига, особенно в жизни семейной. Ну что, они? Ну я же тебе говорил, сейчас я приеду. Ну, что ты меня заговариваешь? Ты их заговариваешь, чтобы есть не просили, пока я не приду. Ну, ладно, все, все, до свидания. Не любишь ты ее, Кустов? Нет, она хорошая. Ну, в больнице работает, и когда в ночь, целый день скучает, ну, нервничает. Ну, я поехала. Что-то сказать хотела и перебил. Погоди, сейчас машина придет. Больше не приеду. Посылать будут, не поеду. Замутил ты мне голову, секретарь. Подожди, я подвезу тебя.